Всем приветики! Сегодня у нас 14 августа, суббота, на улице ветер, всего лишь плюс 20 градусов. Ну, прохладно сегодня, прохладно. Вот, а мы что хотим? Мы хотим съездить на кладбище. Свинюки жуют травочку. Яшка сегодня все утро скачет и скачет, скачет и скачет. Сейчас опять его колбасило, прыгал, попкорнил. Лена пришла с камерой, начал жевать. Ну, ты что нам не показываешь, как тебя колбасит, как ты тут скачешь? А ну-ка, давай, по заказу. Скажи, нет, Лена, по заказу не буду. Ну, что за дела такие? Вот так вот, ну, давай, давай, вот так вот, вот так вот. Ну, еще. Малявка. Давай еще, покажи нам. Скакани. Не, не хочет, не хочет. Сейчас камеру выключу, будет скакать. Приехали. Пойдем посмотрим. Здесь Клава говорит, месяц уже не была тут. Найдет она или нет? А что ж он не найдет? Я нет, найду. А тут обросло, гляньте. А тут нет. Краска пооблупилась. Слушай, красили. Месяц не была. А что здесь пооблупилось, а здесь нет? Хотя красили одинаково. Кто его знает? Ну что, траву подергаем? Глянь, тут не было. Тут не было травы. Вот что месяц не пришла. Да ужас, кущири. А тут дождь был. Ого, я не выдерну. Вот эти вот надо. Все, убрались. Убрались. Вот Колина мама. Мария Яковлевна, а он тетя Клавин, муж, дядь Коля Морозкин, это бабушка, это дед, дед. А это дядь Ваня, брат старший, тетя Клавин, крестный Коля, да. А это? Это брат двоюродный. Двоюродный. А там прям три креста в одной могиле. Что? Как заросла могилка, убирать некому. Ужас. Шура умерла. Даже сколько? Четыре креста в одной могиле. Мерец его умер, один Лёшка, внук остался. Так а что, они все тут в одном месте похоронены? Почему столько крестов сразу, тётя Клав? Да. Мать, отец, Володя и нянь Машка. Ну, я сижу, четыре креста. А ухаживать некому уже? Да, никого ухаживать. Не осталось, да? Племянник, это, внук остался. Ну, внук. Вот. Она ему надо. Я уж ругалась, ругалась. А у меня здоровье нет. Так, эти цветы тоже выпросили. Да. Яковлевна, мы пришли, Коль. Пришли вас проведывать. У нас все хорошо. Вот. Дед, выглядываешь, да? Дед, выглядываешь. Бросил меня одну. Что ж поделаешь? Все мы смертные. Все там будем, вот да. Вот я что успела убрать у нее, вот. Крупную повыделила. А, ну это подруги кто-то, да? Мама или кто тут? А, или там двое? Мать ее и бабушка. А подруга Воронежа, да? Да. Ну, хоть чуть-чуть помогайте, прибирайте. Да вот, повыдирала, дождь пошел, меня спугнул. Так, свинские разборочки небольшие. Подошла к ним, включила камеру, сижу, наблюдаю, наблюдаю. Это Тришка, Тришка издает звуки такие. Ой, это свин. Ой. Ну, малой что-то там мурлыкает. Нос к носу. Нос к носу, два барбоса. Я так хочу, чтобы ты попрыгал. Покажи нам. Покажи, как ты это делаешь. Козявка. Ну, позяюсь-то. Ну, позяюсь-то. Я-то вижу частенько. Хочу, чтобы другие посмотрели. Давай.
Лиска, ты скоро в трубу не влезешь. Ну давай, залазь уже. На полпути застрял. Ты застрял, да, Триха? Нет, не решаешься. Стопа, малявка тебя гоняет, да? Яшка, погоняй его, так и надо, да. Пусть твой старший друг пошаулится немножко. Ой, состояние какое-то сонное сегодня целый день. Чего так будешь играть палкой, да? Ты будешь играть палкой, как Рыжулька это делал. Посмотрите, Рыжик так играл. Тимоха Лёсий, ты как Рыжуля играешь палочкой, да? Вот так вот. Тут один глаз торчит. Один глаз торчит. Не, никак вот он не хочет. Не... Опа, он, видели? Это мало было. Это мало было. Иногда бывает так подпрыгнешь, что аж падает в воздухе, крутится и на бочок так прыг, брык, прыг. Ой, Триша, ну конечно же, ты грозный. Мы тебя боимся. Держите вам. Держите, вчера с лесу привезла травочки. Там земляничка, листочки и одуванчик. Ну, в основном вот такая вот травка вся остренькая, как они любят. Ну, кто у нас под травой спрятался? Кто спрятался? Давай, кушкой, кушманькой. Поправился за эти дни. Вот так вот скажи, я крысу. Мне вкусно, мне хорошо. Ну чё, коты наелись? Наелись. Лена рыбу ела, коты ели со мной. 50 на 50 мы съели, да? Рыбёху. 60. На 60. Тётя Клава мешочек зашивает под яблочки. Дыдочки латает. Ветерок сегодня опять. Уже какой день ветер? И что я хотела сказать. Короче говоря, это вот соседским свинюкам. Идея с курагой оказалась провальной. Ягода вся начала не то что, ну, типа киснуть, да, киснуть, плесневеть. Это дело надо делать все-таки в электросушилке. На воздухе, на солнышке, на ветерку ничего не получается. Даже вот эта вот ягодка, это... Я первую, которую начала сушить, она тоже пойдет на выброс. Здесь я ее снимала с дерева, я ее не мыла. Вот, под матлечкой я ее хранила. Ну, гляньте, что с нее получается. Мало того, что она страшненькая, это полбеды. Но она внутри вся вот такая вот скисшая и порченная. Так что курага, с курагой мы в пролете, как муха в самолете, это я выкину. У тебя, Клава, это, вот эта гадость, как быстро... Полтурак. Полтурак. Ну, вот это вот я с собой накопаю для черепашки. Свежего или на сушку? Нет, свежего. Свежего прям с корнем, чтобы дома посадить. Там не молочник вас едет? А? Тетя Клава выглядает машину с продуктами. Не молочник. Видишь? Лена, не пустила, ты к мамке полез, да? Не пущу. Хитрый. Сиди на мамке. Мне так жарко без тебя. Все, улегся. Да слушай, сегодня не жарко. Ну, он такой горячий. Все, сел тебе сейчас. Проверят всего. Репихи твои. Где был? Зеленые. Ага, терпи. Терпи, козявка. У меня кошка была. Черно-белая. Только в комнату открою, она прям к Коле на больную руку ложится. Это когда он болел? Да, и вот так. До чего кошка дошла, Лена посмотрела. Она ходила вот так, вот. После первого инсульта она его подняла. Вот. А второй инсульт она не могла вытянуть. Уже, знаешь, вот. Сил у нее не было. И она зашла в этот в душ. И в душу умерла. Она с ним постоянно была вот это вот? Да, лечила его. А сколько лет кошке? Лет, наверное, 6 или 7 ей было. Ну, не старенькая. Вот. А этот старый пень. Виталик вот припер. Она умерла.
кто? Вот, кошка, его сестра. Вот. А он остался. Видно? Ляжет. Я лягу, да, он залезет вот так языком. Чешет, чешет мне голову. Я говорю, да мне и так больно. Языком чешет, чешет. Потом своими граблями начинает вот так. Да, мне прям так противно. Начну ругаться, а он опять зайдет с другой стороны. Граблями. А может быть, он обладает биополием? Не знаю, говорят, коты лечат, не знаю. Ой, такой прям горячий, идет прям, знаешь, вот жар. А может, и лечит. Ну, Наташа окатилась, а кошка уже по осени. И вот двух Виталик вытащил с чердака, а третий куда-то ушел. Ну, а дымка откуда у вас? Ой, дымка старая. Была старая кошка. Вот. А от ваших котов? Нет, не от этих. Вот, была такая, знаешь, вот глаза вот такие здоровые, голубые, голубая кошка. Приходит на тебя. У меня, ой, замучили крысы, дай мне кошку. А уже котенок, вот эта дымка была большая. Я говорю, да забирай, я говорю, вот эту старую. Ну, она забрала. А эти вот. Жаль, что собачки мои подохли. Только отвяжу. Она прям к Коле в комнату на постель. Собака? Да. Залезет на постель. Он ее оденет, а у нее один нос торчит из-под одеяла. Я начну ругаться. Только подойду к ней, она на меня, знаешь, прям вот кидается. И все. Потом я ремень взяла. Я говорю, а ну-ка, выходи отсюда. Выгоняю, она прям рычит. Крестик уберите вовнутрь. Она прям рычит на меня, и все. У меня еще эта малышка. Не малышка, как ее звали. Черно-белая. Такая белка. Черно-белая. Такая красивая. И я пошла, значит, на работу. И она со мной побежала. А мы поехали, намололи муки, поехали скотине раздавать. И как она между трактором и тачкой ее придавила зад. Вот. Я ее оттуда еле доперла, тяжелая. Но она вот такая была. Притащила ее. На следующий день пошла на работу. Ветврачу, я говорю, Тамара, я говорю, приди посмотри собаку. Она, что случилось? Я говорю, да трактором, я говорю, зад придавила. Она ходила ей уколы колола. Ну, поднялась на ноги, она вот так ходила. О, как я вот с клюшкой, махает ее, так она. Потом мы собрались ехать в Мурманск. Я попросила Наташу, я говорю, Наташа, я говорю, это посмотри за ней. И ты знаешь, перед нами она умерла. И умерла возле Серегиного во дворе дома. Вот. Просто внезапно? Да. Но она ж болела. Я пошла, забрала ее и закопала. Кузька. Один кавказский был у нас. Лен, вот такой. Овчар. Это сторожевой, что овец, ну, овчар. На Кавказе стерегут. Угу. А он пьяных никогда не любил. Пошел Коля, выпиша. Вот, пойду, говорит, накормлю. Я говорю, не ходи, я сама пойду покормлю. Он только миску. Он как схватил вот так. Дядю Колю. А зубы вот такие. Угу. А у него были часы такие, командирские. Сука не отпускает. Он на него машет, он кидается. Я как подбежала с этой тяпкой, как его по хребту, как дала, смотрю, он отпустил. Раздавил часы и руку прокусил. И Лидка всю дорогу ходила и боялась. Я говорю, Лидка, не ходи там. Я говорю, вот ходи здесь. Это, я говорю, не дай бог. Но у вас раньше здесь была эта собака? Это маленький, а он там был, в той калитке. Она там ходила. Огорода не было, она ходила там по дороге. А потом недели две прошло, смотрю, что-то пес хромает, хромает, ногу тянет. Проснулись, а он лежит. Умер. Может быть, инсульт. Может быть. И у этого, у Кузи тоже так.
Начну вот так его гладить по жопе, да? Он визжит. Я говорю, да что с тобой? Что ты визжишь, а? Может быть, клещ какой укусил ядовитый. Ну, жалко. Все жалко, да, всех вас жалко, особенно старенькие, особенно когда болеете, не скажете. Так, нет, правая нога, вот так он ходил, на култышке. А, вы говорили по телефону. Вот. Ну, прокололи ему укол, он отошел, стал потихоньку, а то прыгал на трех ногах и на этой култышке. Воровитый. Купила я сосиски, такие, малышок. Вот. И что-то меня приспичило в туалет. Я побежала и оставила на столе. Открываю дверь. Стучу. Да что ж мои кошки рычат. О, одна посерединке, эти за концы тащат мои эти сосиски. Я тогда вышла на улицу, это, разрезала эту веревку. Я говорю, нате, жрите. Я говорю, вот это я, говорю, поела. Скажи, надо как-то воровать, жить. Что вот человек воровитый, то и скотина. Ну да, я 100 раз говорила, что у животных характер, что у людей все они повторяются. У нас корова была. На двор не заходи чужой. Злая. Ужас. Только она боялась отца. Он только покажет палку, она прям бегом-бегом в сарай. Пойдет мать доит корову, только сядь на стол, она бах ногой, полетела ведро и бабка вместе с ведром. Ну ладно, дед спутал ее садиться. Сука, чувствует что ли? Вот, так стояла, как укопанная. А потом дед стал бабку охранять, она сядет доить. Он прямо на рога вот так палку положит ей, а роги были, во! А потом мы ее сбыли. Прям кидается, как кого кидается щука, и все. А потом эту корову сдали, купили Милку. Надя маленькая была, 3 годика. Бабушка, я пойду с тобой корову доить. Ой, да внучка, вдруг это... Бабушка, мы ей ноги, говорит, свяжем задней. Вот садится. И кот у них был. Кость здоровый, рыжий. Вот она сидит раз-раз, ну что, дитё, 3 годика, раз-раз и сиську коту, раз-раз и сиську коту. А он стоит, облизывается, мать начала ругаться, то что ж ты делаешь, а? Бабушке, ну что же надо? Жалко.